В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон металлообработка». Крупный многоотраслевой проект направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки. На выставке можно заключить партнерские соглашения, получить заказы и подряды. Стоит отметить, что здесь будет представлен коллективный стенд станкостроительных предприятий, где будут показаны образцы продукции крупнейших заводов Самарской области. Также на выставке пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя.